Еще не скрывает колеса, но уже достает до кузова. Ледовая переправа в Камнинаби стала опасной, река оживает. Эти смельчаки – последние, кто дрейфовал Обь. К этому часу ледовые переправы в Каменском и Шалобольхинском районах закрыты, сообщают в краевом МЧС. Спасатели активно готовятся к паводку. За сутки в Алтайском крае вывезли 672 кубометра снега в Барнауле, Шалобольхинском и Шипуновском районах. Из-за резкого подъема талых вод на краевой трассе Алейск-Безголосово ограничили движение. Подтопление придомовых территорий отмечают в низменных участках Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, в Советском и Шипуновском районах. В барнаульском поселке Солнечный локально потоплены несколько улиц. Чтобы вода не подошла к домам, экстренные службы почти сутки откачивают воду мотопомпами. И благодаря этой работе въезд в поселок остается возможным. В Барнауле в целом готовятся к резкому потеплению. На этой неделе температура может подняться до 12 градусов. Власти поручили районным администрациям прочищать ливневые истоки и оперативно реагировать на сигналы жителей о необходимости очистить дворы от наледей и снега. Метеорологи прогнозируют возможное подтопление в краевой столице, на Катуни в районе Сросток и на Чумаше возле Ельцовки. Под угрозой подъема воды находится 40 муниципалитетов и почти 200 населенных пунктов Алтайского края. Спасатели региона отмечают, что оснащены всем необходимым оборудованием и беспилотниками для мониторинга ситуации. Анастасия Драган, день с толком.